Друзья, всем привет! Вот уж я, конечно, не думала, что мое видео про тулаки прямо вызовет столько противоречивых отзывов. А самое главное, множество комментариев и в личных сообщениях с просьбой поесть эти все блюда, да, в камере для того, чтобы вы убедились. Просто мне придется воспроизвести всю эту картину. Я кушаю уже в течение 2 недель омлет. Он мне, конечно, немножечко поднадоел. Но для вас я это с удовольствием сделаю. Ну уж простите меня те, которые будут смотреть это второй раз. Но не могу, скажем так, оставить подсознании моих подписчиков в тот момент, что я могу вас обманывать. И впредь, пожалуйста, если я что-то снимаю, значит, так это и есть. Я никогда не буду обманывать, придумывать и выдумывать для того, чтобы просто снять видео. Поэтому вот для тех сомневающихся подписчиков сегодня будет воспроизведен повторно мой обед. Это будет омлет и маринованный портулак. Я его как раз таки вчера себе замариновала. А сейчас я иду искать остатки на моем участке молодого свеженького портулака. Его мало, конечно, но я попробую его найти. Друзья, ну я не буду воспроизводить все, весь процесс приготовления. Покажу только вот банку, в которую я замариновала вчера. Сделаю салат, то есть достану портулак, почищу чеснок. Есть у меня укроп в этот раз и все помаслю. И нарвала я себе на омлет свеженького портулака. Немножечко, ну нашла я его, я сейчас его помыла и приготовлю себе омлет. Ничего сложного нет. Ну а потом, собственно, та-дам! Как говорится, в прямом эфире я буду это все кушать. Ну что, дорогие мои, обед мой готов. Яичница с портулаком и маринованный портулак, заправленный маслом с добавлением чеснока и укропа. Поехали! Для особо сомневающихся. Приятного аппетита! Я в прошлом видео говорила, что, конечно, это не для ежедневного потребления пища, потому что она поднадоедает. Я практически ежедневно омлет ем уже порядка 2 недель. Съедобно и очень вкусно. Маринованный просто супер. Я, кстати, эту баночку хотела на зиму оставить. Ну, так как решила сегодня снять вам вдогонку это видео, пришлось ее открыть. Я по длине его не укорачивала, поэтому вот на вилку немножко сложновато набирается. Можно пополам, как я вам говорила, его разрезать. Тогда за столом будет, наверное, более красиво, что ли, выглядеть, если вот более короткие вот эти побеги на вилочку накалывать. Очень вкусно, очень. С укропчиком, конечно, вообще огонь. Укропа прямо много я режу.
чтобы вам было видно. Укропа много. Мне нравится, чем больше укропа, тем вкус оригинальный. И обязательно чеснок, свежий лучше. Яичница мне просто уже надоела, а маринованные я не ела, наверное, дня 3-4. Прям соскучилась с ним. Конечно, мне кажется, что там, наверное, более оценят девушки, чем мужчины. Потому что мужчины все-таки реже любят траву, зелень и такую еду. Вот. Для девушек самое то. Причем, несмотря, что это трава, что портулак всего содержит 20 калорий, он очень сытный. То есть вот этот объем, даже просто не включая яичницу, если просто вот взять такую салатницу портулака маринованного, съесть салат, то как раз-таки вот на несколько часов очень чувствуется сытость. Поэтому если, дорогие мои девушки, которые в надежде как-то скорректировать свою фигуру, присмотритесь к этому растению. Оно способно на несколько часов убивать чувство голода. Я надеюсь, моя пустая тарелка вам о чем-то скажет, что это не просто выдуманный был ролик для того, чтобы собрать с вас больше лайков. И сомневающиеся подписчики теперь увидят, что действительно человек это съел, что не просто так я сотрясала воздух своими словами и рекомендациями. Вот, поэтому мой вывод какой? Он остался таким же. Прекрасная основа для рациона, очень сытная, доступная, она есть практически у каждого, по крайней мере, вот как выяснилось, в северных регионах, к сожалению, не во всех она есть, а в южных регионах ее просто вот пруд-пруди, поэтому вышел в огород, и вот вам трава, вот вам еда. Поэтому я надеюсь, что ваши сомнения улетучились. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока!